Народ, всем здорово. Ну что, наконец она вышла. Иден Крафтер. Один новый мир. Назовем его мир. Что мир? Ну, пускай так вот. Так, угу. Тут вроде несколько есть, давайте. А, ну понятно. Ой, извиняюсь. Так, экзопланеты с обновлением воды расплавлен в системе Альфа Центавра по нашему. Ну это нет, это не катит. А тут еще только в 25-м году. Ну что, тогда на этой. Эхо Прайм. Блин, как звучит. Так, сейчас нам чуть-чуть кое-что сделать. Нафиг уберем? А, не уберем. Чтобы не тормозило так. Ну, повеселее. Капсула. Угу. Нажми, наверное, один уже нажал, все. Пока не построил просто. Надо тут место очистить. И здесь мы построим базу. Жилотек. Так, верстак. Так, ну, куда ж можно? Ну, давай еще один, что ли, построим? Че, как-то маленький получается. А, цемент. Не, погоди, что мне там? Коммутатор для питания большого количества энергии. Угу. Так, а блять, и как цемент делать? Я уж не помню. Капсула, это не то. Блять, я все отсюда забрал. Как
кварц, вот теперь что мне нужно. Медь, ладно, возьму медь, пень с ним. Тоже куда-нибудь пригодится. А в дымке-то здесь был этот, как его называют-то, простая вода. Ну, давай, собрал, один кварц только нашел. Так, автоматическое мороженое не требуется ее питать, чтобы... Давай ее и построим, пень с ней. Ладно, теперь хотя бы камни собирать не надо. Проволок из чего делается? Медный слиток. Так, ну в общем, да это ладно. Вы можете зашить свою базу, разместив. Да ладно, а то я не знал, блин. Железная пластина. Используйте монстры, чтобы разместить грядку с... Чё-то, кажется, я одну грядку-то просрал. Что там меня пищит? Нестабильность кислорода. Расширим чутка. Ну, вот хоть попросторнее стало.
Ну, прям вообще шикарно. Монтажный стол, верстак, грядка, две железных пластины, два кварца. Понял. Ну, медь нам тоже пригодится. Вот что где надо. Так, сразу же нашел место, где железо, где кварц. Назад. Так, две железных пластины. Это пока мне, я думаю, не надо. Кстати, не зря построил. А что она делает? А, все, ладно, понял. Создать монтажный стол, это позволит вам создавать детали. Ага. Так, шестеренка мне нужна. Железную пластину. Очень правильно. Три железных трубки. Бежать, железо искать. Камень мне в хер не вперся. По крайней мере, пока. Железо.
забегался. Блять, успеть должен. Фу. Не так далеко уходить. Так, а что построить нам? Две шестеренки, одна. Не мешались под рукой. Блять, две же шестеренки надо. Блин, мы жали еще железо искать. Сволочь. Блять, вот сейчас мне блять, что-то холодает, что ли? Что-то меня как-то ударило чем-то. Печатная плаза благородна, да это нафиг пока не надо, антенна, стана резервуара, да-да-да-да-да, компьютер, может, роутер, а, ну понятно, странно, бро. Когда это я понял, что теперь у нас новый крафт. А что оно вот дает мне? Лучший набор автоматический. Кузнец, железо. Угу. Вот это, кстати, сейчас надо построить, наверное, очиститель воды-то. Превращать токсичные озера в чистую воду безопасно для... Так, значит, 4 пластины, 4 фильтра. А, блядь, я съел.
Ну, хуй знает, как его ставить. Бля, там что-то построилось. Пизда-то я не увидел. Так, сейчас секунду, сколько? 22 минуты с вами гоняем. Пошли, блядь, эти цемент делать тогда, что ли? Как говорится, будет. Железный стержень и пласт, бля, опять железо. Бегать искать железо только одно здесь. Все названия знакомы. Железа много. Блядский камень. Бежим назад. Так, что-то у меня со здоровьем, ты шляпа с ушами. Заебись, блядь. Да там пиздец надо. И что-то с этим делать надо. Такое себе тут. Ну, как тут со здоровьем что-то решать? Ну, 52. Ну это а как вот ее в пищу? Блять, я выкинул в итоге.
Вряд ли на верстаке что-то делается. Того же нет, бля, как идут-то дела здесь? Верстак, что-то, ну? О, отворачивает растение, которое можно использовать в пищу или для производства предмета. А как в пищу это все, блядь? На 45, блин, на чем мне теперь делать-то? Сера не то, железная пластина не то, кварц. Пускай тут висит. Блять. Теперь как вот мне теперь пожрать здесь сделать? Бля, ну как-то же надо, чем можно. Здоровье-то уменьшается. Блять, как есть, я не пойму. Ну вот они, есть у меня эта органика. А толку-то с нее? Блять, дурак я. Вот что мне нужно, сука, вот дебила кусок мяса. Вот. Два фильтра мне надо. Пластина, побежать железо искать, пока не сдохли совсем. Про кухню-то я, блядь, и забыл, что ее построить-то надо. Ну ладно, у меня... Два этих расходных материала с собой есть. Так что, думаю, дотянем. Но все вот это совсем не то, то, что мне нужно. Я железо не вижу.
Блять. Ну зато медь нашел. Такое же бурное железо поставить. Я все, побежали назад. О, зашибись. Ну, да, как раз. Стоит железо. Так, два фильтра мне надо. Две железные пластины. Еще три железных пластины. Да, ну ты издеваешься. Вот на железо поставить бы ее такое, но опять, блядь, поставить на железо, мне нужно найти железо. Парадокс, блядь. Пару слитков железных найти, поставить на эту и все. Да вижу, вижу, блин. Блять, их не дотяну я, кажись. Эх, не дотяну. А ну ты все. Я же говорю, не дотяну. А, у меня все осталось. Ну хп, конечно, херга ни хера. Ну это ладно, чего ж. Угораете, две штуки. Еще надо одну, как минимум.
Да, неправильно ресурс воспользовался. На всякий. Вот нам сейчас нужно железо, блять, сделать. Чтобы поставить, чтобы кухню сделать, чтобы еду делать. Тогда на этом можно будет серию закончить. Ебаный, сука, стыд. Кобальт мне пока нахер не нужен. Но опять же, это все только пока. Железо дайте, блин, ё-моё. Блять, лучше бы поставил бы, сука, железо добывать, чем этот камень. Слизь бур ставить, блять. Не будем напрягаться с железом. Ну давай, черебосик. Даже подожду здесь. Ну вот, другое дело уже, блин. То есть строим кухню, делаем еду и все. И все, чипики. Железную пластину. Блять, благо сейчас искать ничего не надо. Вон, подбежал, схватил, он сейчас двадцатку у меня уже будет. Кухню сделаем, сейчас еду за сандалем. Вообще все огонь будет. Бежать, правда, недалеко, блин. Thank you.
Ну а готовить-то как? А ну зашибись, блин. Ладно, труду оставим. Да я-то все прекрасно понимаю, что я сделать-то могу, блин. Если я еду сделать не могу. Блять, тавтология. Блять, вроде кухни есть. Блять, и в итоге ничего. Я дурак, блять, ой, пиздец. Тут вот, блять, есть консервы нахер. Я-то не увидел ни пиздюля. Да. Ну теперь за хотя бы еды будет заебись. Ну теперь у нас все шикарно. Побежали теперь железо забирать. Сейчас ветряк засандалим. Хотя, в принципе, так железо уже нормально. Ну, много не мало. Пять таких и три таких. Один точнее. Два, три, четыре, пять. И палку железную. Все, зашибись. И прямо тут его и поставим. Давайте на этом мы самосохраниться сможем, интересно. Я просто... Ну-ка, давай сейчас нам в главное меню рискнем. Где мы появимся?
А что он опять загружает, блин, так долго? Да, все, зашибись. Ну, это я понял. Все, ладно, давайте в главное меню. Все, зашибись. Все работает. Все сохранилось. Ну, на этом все, народ, давайте. Ух ты, ё-моё, вот эту мы серию с вами задали. Все, всем счастливо, до следующей серии.